К 25-й годовщине независимости Украины в помещении Одесского областного центра украинской культуры выставка «Украина – это мы». Куклы, картины, гобелены. Все сюжеты так или иначе связаны с Украиной. На выставке побывала и наша съемочная группа. На выставке представлены работы самых разных художников, одесситов, жителей области, молодых дарований и уже состоявшихся, зрелых авторов. Но все работы на самом высоком уровне художественного исполнения. Посмотреть действительно есть на что. Разные работы представлены тут. И живопись, и графика, ветинанка, декоративный роспись, ляльки, такие навіть гобелени ручной работы вишиті. Интересно, цікаво. І виставлені роботи стипендіатів імені Ростислава Палецького. Одна из самых интересных работ на выставке – картина художника Андрея Халтурина «Яблочный спас горячего лета 2014 года». К сожалению, война – это тоже один из символов современной Украины. Художник признается, свою работу делал после трагических событий августа 2014 года, когда под Иловайском погибли сотни защитников Украины. Некая символичность в картине, понимаете, да? Солдатская каска. Еще советского образца, потому что на начало войны наши солдаты украинские были одеты, обмундированы, кто во что горазд, и часто использовали и советское обмундирование старое. И поэтому не натовского образца, а именно вот советская каска, которыми пользовались наши добровольцы, бойцы ВСУ. Художники постарались представить на выставку свои работы, которые точно бы ассоциировались с Украиной. И не только. Еще одна цель – чтобы выставка заряжала своих гостей настоящим оптимизмом, чтобы каждый посетитель ушел с хорошим настроением и верой в свою страну. Хочется, чтобы люди приходили на выставки, смотрели и обсуждали то, что волнует художника, то, что беспокоит. Все эти чувства, все эти переживания, и чтобы эту частичку всего хорошего, любви, красоты, тепла люди уносили с собой. Скорее всего, только тогда у нас мир будет лучше, будет больше у нас гармонии, и, наверное, это самое главное. Выставка продлится до 12 сентября в Центре украинской культуры на улице Польской, 20. Выходные – суббота и воскресенье. Приходите и прикоснитесь к Украине и ее культуре.